Владимир! 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 Да, герцогиня? Послушай, Владимир, ты упаковал все чемоданы. Ты ничего не забыл из моих вещей? Нет, вы уже 5 раз меня об этом спрашивали. Лучше лишний раз все проверить, чем потом жалеть, что о чем-то не позаботились. Возвращаться — плохая примета. Ну, когда она наконец уедет? Вот за что я люблю русские зимы, так это за то, что моя мама сбегает от них в Париж. Анастасия, что ты смеешься? Когда взрослые разговаривают, дети должны молчать, ясно? Да, бабушка. И не называй меня бабушкой. Для всех я герцогиня Ольга Романова. И для тебя тоже. Владимир, а моя шкатулка с драгоценностями? Сынок, ты хочешь поехать со мной в Париж? Нет, я не могу уехать из Москвы. Ты же знаешь, что народ замышляет устроить революцию, чтобы свергнуть меня с престола. Меня, российского царя. Народ сам хочет собой править. Ха, глупцы. Что ты хочешь этим сказать? Боюсь, я тебя не совсем понимаю. Мама. Послушай, сынок, думаю, тебе нужен советник, на которого ты всегда можешь положиться. А Распутин, по-моему, ненадежный человек. Не мели чепухи. Распутин уже много лет служит мне верой и правдой. Он еще никогда меня не подводил, так что лучше не рассуждай о том, чего не понимаешь. Владимир! Владимир! Куда он опять подевался? Я так никуда отсюда не выберусь. К сожалению, я не умею летать. Вот ваша шкатулка. Анастасия, иди сюда. Да, бабушка. Ой, простите, великая герцогиня. Пока меня не будет, носи на шее вот этот кулон, чтобы всегда помнила обо мне. Хорошо? Я уверена, что и без кулона не забуду вас. Не забудет. Дорогие, я с вами прощаюсь. А ты, Анастасия, не забывай о хороших манерах и не вставай из-за стола сразу после приема пищи. А ты, сынок, будь благоразумен и никому не доверяй серьезных дел. От этого Распутина никакого толку. Он 1000 раз уверял, что царь уедет со своей матерью в Париж. Хорошо, хоть эта зануда герцогиня уехала. Скажи, Владимир. Да, но все остальные члены семьи остаются здесь. Больше всего я терпеть не могу женщин. Они общаются со мной, как с собакой. Владимир, мою шляпку. Надо что-то делать. Царь мнит себя богом среди людей, а в стране голод. Зато во дворце целые тонны пищи просто выбрасываются, правильно, повар? Да, чуть ли не каждый день они выбрасывают 5 килограмм мяса, не говоря уже о хлебе, масле и всем остальном. А вы знаете, что за такие разговорчики можно угодить за решетку? По-моему, Распутин для революции не нужен. Уж лучше бы он в это не вмешивался. Его задача заключается в том, чтобы помочь нам свергнуть царя. После этого мы с ним покончим. Тише, он идет. Слушай, ты ведь обещал, что царь уедет со своей матерью в Париж, и мы сможем совершить революцию мирным путем. И что же теперь? Если бы вы поменьше об этом распускали слухи, он точно бы уехал. Я тут ни при чем. Это не оправдание, но мы обойдемся без тебя. Не такая уж ты важная птица. С самого начала это была глупая идея. Потерпите немного. Я свои обещания сдерживаю. Сегодня вечером мы избавимся от царя. Ха-х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 а
Никому не удалось выбраться. Все погибли. Подозрительно все это. Скорее всего, это был поджог. Смотри, девочка должно быть замерзла. Эта девочка, наверное, из дворца. Скорее всего, она дочь кого-то из слуг. Этого только не хватало. Анастасия жива. Нужно срочно это исправить, пока не поздно. Ну ладно, ладно, не плачь. Как тебя зовут, моя маленькая девочка? У тебя же есть имя? Я не знаю. Я ничего не знаю. Она в шоке и ничего не помнит. Это хорошо. Никто не узнает, что она царская дочь. Она не знает, кто она? Разве это возможно? Мы же не можем ее бросить. Идем ко мне. Тебе нужно хорошо выспаться, и ты сразу вспомнишь, кто ты. Хорошо? Ну, идем. Распутин идет. Кого-кого, а его я меньше всего хочу видеть. Ну что скажете? Я сдержал свое обещание. Царь мертв. Если б я не проснулся, мы бы тоже все сгорели. Это точно. Теперь все кончено. Я позаботился об исчезновении царя. Теперь вы позаботьтесь о том, чтобы народ поддержал мою кандидатуру в президенты. Народ выберет того, кто им нравится, тут мы ничем не можем помочь. По крайней мере, я за тебя голосовать не буду, из-за тебя я чуть было не сгорел. Вот именно. Чего уж говорить, вот угодил. Вы еще пожалеете о том, что не поддержали меня. Ну что, малышка, выспалась? А ты ей понравилась. Обычно она лает на незнакомцев. Как ее зовут? Саша. Саша. Не надо плакать, девочка моя. Ну, у всех есть имена, а я ничего не помню. Вы ведь говорили, что когда я проснусь, я буду знать, кто я. Так ты что же, так ничего и не вспомнила? Похоже, из-за того ночного происшествия ты потеряла память. Ничего, такое бывает в результате сильного потрясения. Но я хочу все вспомнить. Я вспомню. Когда? Я не знаю, может, скоро ты все вспомнишь, но может и нет. Да, Саша, ты права. Саша хочет, чтобы осталась жить у нас. Ты не против? Нет, но только до тех пор, пока я не узнаю, кто я. Хорошо, но ведь нам все равно как-то надо тебя звать. Какое имя ты себе хочешь? Зовите меня Ашей, пока я не вспомню своего настоящего имени. Аша? Ну что ж, пусть будет так. А теперь как насчет завтрака? Спустя 6 лет. Черт! Народ не поддерживает меня на выборах! Эта демократия никуда не годится! Надо вершить революцию! Чушь! Революция! А что, по-твоему, произошло пару лет назад? Ну ладно, тогда надо организовать еще одну революцию! Нет, это вздор! Нужно идти другим путем! Думаю, старуха подскажет мне, в чем моя проблема! Старуха! Ну что, Распутин? Я слышала, ты уже во второй раз провалился на выборах. Похоже, зря ты сжег дворец 6 лет назад. Подожди, ты что мне говорила? Что я приду к власти тогда, когда исчезнет царь и его семья? Мой дорогой, я говорила, что ты придешь к власти только тогда, когда погибнут все члены царской семьи. Но Анастасия все еще жива. Убей ее.
Но где я ее теперь буду искать? За 6 лет она могла уехать куда угодно. А это уже твои проблемы. Герцогиня в Париже считает, что ее внучка жива. Она, наверное, сошла с ума. Она пообещала дать вознаграждение в 10 тысяч рублей тому, кто найдет Анастасию. 10 тысяч? Представляю, сколько теперь людей будет за ней охотиться. Вор! Держите вора! Этого только мне еще не хватало. Держите его! Этот мошенник надул меня на 200 рублей! А, я его знаю. Это тот негодяй, который продал моему брату гнилые помидоры. Мой сосед смог выудить у него только воду и 10 бутылок водки. Пора ему намять бока. Хорошо тебе. Тебе никто не угрожает, тебя никто не трогает. А вот мне на некоторое время лучше уехать из Москвы и переждать, пока все уляжется. А потом посмотрим. Мы ничего не будем покупать. Но я ничего не продаю, просто мне нужна крыша. Прошу вас, пустите. Как тебя зовут? Борис Корякин. Ну, заходи. На ночь я тебя впущу. Погода, конечно, ужасная. Но не шуми, моя дочь уже легла спать. Ну, как спалось? Послушай, ты не можешь посадить этого зверя на привязь? Ты что, испугался Саши? Представляешь, Саша, он тебя боится. Аша, доченька, ты где? Приготовь, пожалуйста, завтрак для нашего гостя. Ты должен с ней поиграть, иначе она не отстанет. Но если это необходимо... Аша, вставай! Ух ты! Этот кулон можно продать рублей за 100, а то и за все 200. Пожалуй, если его выгодно продать, тогда я смогу расплатиться за свои долги, и мне не придется ехать в Петербург. Борис, я где-то тут потеряла свой кулон. Ты его случайно не видел? Нет. Если бы он здесь был, то я бы его заметил, это уж точно. Саша, в чем дело? Ты уверен, что не видел его? Ну, конечно. Ну ладно, мне пора идти. А как же завтрак? Что-то тут не так. Как ты думаешь, Саша? Смотри, что у меня есть. Неплохая штучка, а? Где ты это взял? Мне его дал один старик, которому я, рубил дрова. Да, за работу. Что? Ты рубил дрова? Невероятно. С чего бы это мне тебе врать? Ты же меня знаешь. Это уж точно. Ну да неважно. Так сколько ты за него дашь? Надо же, это тот самый медальон, о котором пишут в газете. Заткнись. Что? В какой газете? Я тебе его не отдам. Это именно тот кулон, который герцогиня подарила своей внучке перед отъездом в Париж. Так значит, Аша? Это Аша? Парень, постой! Я дам тебе за него 100 рублей!
Думаешь, я сумасшедший? Я отведу эту девушку к великой герцогине и получу вознаграждение в 10 тысяч рублей. Сейчас я тебе покажу, болван! Ой-ой, ты убьешь меня! Если бы ты не ляпнул про эту статью в газете, мы бы сейчас были богаты, а теперь снова сидим на бабах. Аша! И тебе еще хватило наглости вернуться? Ты подлый мошенник, вор, грабитель, бандит! Аша, прекрати сейчас же. Я не крал твоего кулона, просто когда я вернулся домой, я увидел, что он упал мне в ботинок. Что? Я не верю своим ушам. Саша, только послушай. Мой кулон упал ему в ботинок. Да, он упал в мой правый ботинок, если быть точным. Ты только посмотри. Появился кулон Аши. Неужели тебя заела совесть, бродяга? Я не бродяга, вы ошибаетесь. А теперь он сама невинность. Пойдем, Саша. Постой, Аша, я только хотел узнать, откуда у тебя кулон. Он у меня всегда был, а что? Потому что дело в том, что этот кулон принадлежит царской семье. Царской семье? Да ты не в себе. Он всегда был со мной. Это правда. Когда Аша пришла ко мне, у нее он уже был на шее. Пришла к вам? Так Аша не ваша дочь? Да, сейчас она моя дочь. Но дело в том, что я нашел ее в ту ночь, когда был уничтожен царский дворец. А твои родители? У тебя должны же быть родители. Я не знаю. Я не помню, что произошло до той ночи. Невероятно, она настоящая. Аша настоящая. О чем ты говоришь? Конечно же, я настоящая. О чем я говорю? Настоящая Анастасия. Вот. Но это же мой кулон! Да, я посмотрю. Конечно, это твой кулон. Кроме того, ты можешь прочитать в газете, что великая герцогиня подарила этот кулон своей внучке Анастасии. Отсюда вывод. Ты Анастасия. Чепуха! Всем известно, что вся царская семья была убита. Аша! Аша! Что случилось, отец? Здесь есть фотография маленькой Анастасии. Должен сказать, что так ты выглядела, когда я нашел тебя. Послушай, Аша, твой отец прав. Мы немедленно должны ехать в Париж. Аша, ты дочь царя. Я не могу в это поверить. Но даже если это правда, что я буду делать в Париже? Но великая герцогиня твоя бабушка. Возможно, ты узнаешь ее и все вспомнишь. Ведь ты этого хотела. Итак, все решено. Аша едет со мной в Париж. С нами. Я не допущу, чтобы Аша уехала из дома одна. Я должен присмотреть за таким мошенником, как ты. Да, Саша. Если мы едем в Париж, то и ты едешь с нами. Ты уверен, что у того парня был кулон старой герцогини? Я же сказал вам, в таких делах я не ошибаюсь. Где эта девушка? Где она живет? Борис не сказал мне об этом. Я знаю, что ее зовут Аша. Но насколько я знаю, Борис уже повез ее в Париж. Он хочет получить вознаграждение. Ага, в Париж. Есть только одна дорога в Париж. Экипаж. Мне срочно нужен экипаж. Постойте! А мои 100 рублей? Вы обещали дать мне 100 рублей, если я помогу вам. Обманули дурака. Посмотрите, снег растаял. Здесь уже наступила весна. Не прыгай так сильно, а то перевернешь экипаж. На! Чтоб тебя! На! Быстрее! Эй! Быстрее! Here,
Давайте остановимся здесь. Здесь так красиво. Согласен. Я уже проголодался. Кроме того, мне надо немного размяться, а то у меня затекли ноги. Я приготовлю прекрасный борщ. Ты умеешь готовить? Вот уж никогда бы не подумал. А почему Борис не может готовить? Если он сможет отличить огурец от помидора, то тогда я Троцкий. Минутку! Идем, Саша, погуляем. В это мы не вмешиваемся. Ах, чертова скотина! Она еще и отдохнуть хочет! Так мы никуда не доберемся. Мне нужно поторопиться, если я хочу догнать Анастасию еще до наступления темноты. Стой, противная скотина, а то я скормлю тебя волком. Пошла вон отсюда, псина паршивая. Тебя чуть было не съели. Не делай больше так. Да как ты смеешь называть так мою собаку? Саша не паршивая псина. Что ты сказала? Ах ты, пигалица малолетняя! Поговори мне еще! Пойдем, Саша. Я не стану слушать от него оскорбления. Мы вернемся к отцу и Борису. Что она сказала? К отцу и Борису? Так это была Анастасия! Какой же я идиот! Это был мой шанс! Надо было удержать ее! Какой же я болван! Какой же я болван! Аша, чувствуешь этот запах? Это превосходно. Превосходно. Возможно, этот Борис не такой уж плохой парень. Как ты считаешь? Что с ней? О, мы только что встретили странного человека. Он выругался на Сашу. А что она сделала? Она пыталась поймать крысу, но та оказалась ручной и, очевидно, принадлежала тому человеку. Она просто не знала об этом, вот и все. Крыса? Человек с крысой? С черной бородой, длинным носом, худощавый? Да. Ты его знаешь? Это может быть только Распутин. В Москве все знают его ручную крысу. Что он здесь делает? Может, ищет тебя? Распутин? Говорили, что именно он поджег царский дворец. Ходят слухи, что он хочет убить царскую дочь Анастасию. Я не хочу, чтобы меня убили. Сделай что-нибудь, Борис. Я все устрою. Преследование — это часть моей работы. У меня богатая практика. И как же это произойдет? Слушайте внимательно. До этого момента Распутин преследовал нас, а теперь мы будем преследовать его. Что? Гениально! Разве ты не понял, отец? Мы просто спрячемся и подождем, пока Распутин проедет мимо нас. Затем мы можем спокойно продолжать свой путь. Ну разве не молодчина наш Борис? Святые угодники, если вы и дальше будете продолжать в том же духе, вы станете отличной парой разбойников. А теперь за работу. Дальше не надо? Не надо. Эй! На! На! Быстрее! На! Пошла! Получилось! Получилось! Что теперь скажете? Теперь мы можем спокойно поесть. Мы уже должны были догнать их! Но! Быстрее! Пошла! Но! Но! Сюда несется подозрительный тип! Его надо проверить! Мы разберемся с ним! Стой! Стой! Тррр! Тррр! Кто вы? Чего вам надо? Пропустите, не видите, я спешу! Почему вы так спешите? От кого вы убегаете? Подождите! Убегаю? Это чушь! Отойди, безмозглый дурак! Что он сказал? Дурак? Безмозглый дурак! Вы арестованы за оскорбление должностного лица! Проезжайте! Проезжайте! В чем дело, генерал? Анастасия,
Наконец-то я тебя поймал. Я знал, что с ним что-то не так. Извините, мадмуазель, он, наверное, сумасшедший. Видите эту крысу? Схватить его! Он хотел убить мадмуазель! Спасибо, генерал! Мое почтение, мадмуазель! Схватить его! Париж. Мне это не снилось. Никогда. Что однажды я приеду в Париж. Здесь так много улиц. Как же мы найдем великую герцогиню? Борис, куда ты идешь? Я иду в этот магазин. В нем наверняка знают герцогиню. В доме моды? Да, у герцогини есть особый шарм. Если бы ты ее знала, ты бы искала ее в модных магазинах. И ты знаешь, где она живет? Конечно, недалеко отсюда. Если быть точным, то за углом. Мондью, снова русские. Может, вы мне еще скажете, что эта девушка Анастасия? Она и есть Анастасия. Ви-ви, Анастасия. А у вас есть доказательства? Нет, мы покажем доказательства только великой герцогине. Ви-ви. Мне очень жаль, но без доказательств я вас не пущу. Твое высокомерие выходит за всякие рамки. Мы были правы, что устроили революцию в России. Не надо грубости, отец. Вот кулон, который мне подарила герцогиня еще в детстве. Этого недостаточно. Хватит. Саша, взять его. Проходите. Русские крестьяне, что вам угодно? Смелее, Аша. Иди к ней. Взгляните на это, гражданка. Гражданка? Что вы имеете в виду? Я великая герцогиня, не меньше, не больше. Компри? У меня такое чувство, что я здесь уже была. Это он! Это кулон, который я подарила моей Анастасии. Я узнала его. Микки! Села медальон! Видишь, что я говорил? Подойди ко мне, ма пети, ты действительно Анастасия. Ах да, это действительно Анастасия, твоя бабушка. Распутин! Распутин! Я так и знала, это все ты, каналья! Да, я совершил ошибку, когда не убил эту девушку. Потому что только после ее смерти я смогу прийти к власти. Дмитрий, на помощь! На помощь! Ви! Ви! Умрите все! Стоп, Саша! Саша, стой, стой! Это не мяч, это бомба! Стой, Саша! Ах ты, паршивая псина, пошла вон! Что ты делаешь? На помощь! На помощь! Еще совсем немного, и нам был бы конец. Нам повезло. Ты бессердечный человек. Как ты можешь говорить, что нам повезло? Саша мертва, и ты еще хочешь ехать со мной в Америку? Саша! Извини, Аша, ты сказала в Америку? Но великая герцогиня предложила вознаграждение. 1000 рублей! 10 000 рублей! И с этими 10 000 рублей мы с Сашей поедем в Америку. Их должно хватить на нашу поездку. В страну пролетариев? Вы с ума сошли? Какой ужас! Америка, а почему бы и нет? Это невозможно! Вы не можете оставить меня здесь после того, как я снова нашла свою внучку! Наконец! О боже, я так и знал. Надеюсь, великая герцогиня не поедет с нами. Дмитрий! Да, великая герцогиня! Дмитрий, ты уверен, что уложил все чемоданы и не забыл упаковать все мои шляпки?
О, конечно, как я могу забыть об этом? Лучше всегда перестраховаться, чем потом жалеть. Так любил говаривать мой муж, уже покойный. Мисс Па? Борис, отец, я вспомнила. Я уже слышала это раньше. Паша! В Америку! Отправляйте корабль! Демократия, индейцы, гангстеры! О, мон дью!